горячей воды в городе, я думаю, нет ни у кого. Я вспомнил, что у меня есть же бойлер, такой примитивный немножечко, накопительного типа. Нагревает воду до 47 градусов, в течение часа наполняет вот такую 20-литровую кастрюльку. Вот. Работа у него следующая. Нагревательный куб подогревает брашку. Здесь по трубе теплоноситель, который выполняет спирт, нагревает воду, которая идет из крана с холодной водой. Дальше побочный продукт, который нам не нужен в виде спирта, падает в баночку, а полезная вода, ради которой это все и задумано, попадает вот сюда в бак. Вроде кажется, что наполняется медленно, а ни хрена, пока чайку попил, вот она горяченькая водичка, можно помыться. Так что вот, те, кто еще сомневается в покупке подобного бойлера, очень рекомендую. Это просто охуенно.